Крупнейший молокозавод Хакасии «Саян Молоко» на сегодняшний день один из самых технологичных не только в республике, но и Сибири. Знаменитые продукты марки «Семёнишна» без сомнения уже стали брендом нашей республики и юга Красноярского края. Стоит добавить, «Саян Молоко» имеет 10 сельхозпредприятий и входит в холдинг «Агросибком». Молока хватает даже на поставку в Красноярск, включая «Данон» производителя «Простоквашино». Завод в Саяногорске за сутки перерабатывает около 200 тонн молока, однако это не предел. Благодаря новейшему оборудованию и автоматизированному производству «Саян Молоко» может увеличить мощности до 400 тонн. Цифры внушительные. Сырье для переработки на завод приходит не только с собственных фермерских хозяйств. «Саян Молоко» также сотрудничает с частными подворьями. Ежедневно поступающее молоко делается ряд анализов физико-химических, и также периодически делаются микробиологические показатели молока. На данный момент у нас поступает молоко высшего и первого сорта. Технология здесь отлажена по самым современным стандартам. Все циклы переработки сырья максимально оптимизированы и не в ущерб качеству. Контакт человека и молока здесь полностью исключен, как того требуют санитарные нормы. Позволяет это сделать новейшая техника от импортных производителей, которая сохраняет домашний вкус продукта. Умный конвейер после ввода данных операторам сам делает упаковки и разливает готовое для потребления молоко. Сегодня «Саян Молоко» не только увеличивает производственные мощности, но и срок годности продукции и, что важно, без консервантов. Внедрить технологию помогли итальянские специалисты. Благодаря нововведению молоко Хакасии знают даже в Иркутске. За счет дополнительной обработки бутылки по системе «Ультраклин» мы достигли срока годности до 14 суток. При этом все полезные свойства молока мы сохранили. «Саян Молоко» идет в ногу со временем, однако и не забывает о традициях. Специалисты продолжают использовать живую закваску для кисломолочных продуктов, например, для йогурта, применяя термостатный способ. Для микрофлоры кишечника такой полезный продукт просто незаменим, поэтому срок хранения йогурта несколько суток, что подтверждает натуральность продукта. В него добавлена специальная заквасочная культура, которая живет и существует только на протяжении 5-7 суток. На предприятии также имеется и свое заквасочное отделение, где выращиваются кефирные грибки, используемые для заквашивания кефира и бифитка. Сыродельный цех – это еще одна гордость молокозавода. Заквасочные культуры, подобранные по совету французских и немецких технологов, позволяют производить продукцию на любой вкус. Полутвердые сыры, которые отличаются по жиру, содержанию соли и органолептике, мягкие, такие как адыгейские, рассольные, например, брынза, а также чедеризованный сыр косичка. Кстати, его изготавливают с применением закваски с болгарской палочкой, что обеспечивает эффект куриного мяса на нитке. Ассортимент сыра будет увеличиваться, кстати, чем удивить покупателей в новом году специалисты уже придумали. В начале года мы планируем запустить линию по производству сыра моцарелла. Полностью хотим перенять итальянскую технологию. Еще постараемся, наверное, расширить также линейку кисломолочных продуктов. Будем надеяться на то, что покупатели будут у нас все больше и больше.